Ждем. Ё-моё, испугался. А как? Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, Neon Cat, Стинки Йо-Ко-Ко. Короче, не знаю, как правильно читается. Пацаны, поздравайтесь. Всем приветики, омлечки. Всем здоров. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Мы выбрали карту, где нужно управлять аниматрониками с помощью кнопок. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а у нас классная рубрика. Давай нам первую ночь. Серега, ты видишь, тратится энергия, когда ты возле камер стоишь? Да. Надо быть внимательным. Серьезно? Надо отойти мне. Да, тут активация камер идет, когда ты подходишь к телевизору. Вот смотри, видишь, одна палочка? Да, две. Да, да, во. Ты ж ни разу не играл на этой карте, поэтому, ребята, кто тоже не видел ролики с этой карты, я вам расскажу. Здесь очень крутая система обзора. И видите, через окно нельзя смотреть. Но эту функцию можно включить там. Но когда вы включаете эту функцию, то тратится всегда одна палочка энергии. Представляешь, как разработчик сделал? Хитрый же. Да, так мы не думаем, то что энергия тратится? А оказывается, то такая функция тратит энергию. Кстати, оказывается... он запрыгнул на монитор, он запрыгивал, энергия не тратилась. Только когда ты стоишь прямо возле монитора. Круто. Очень умная система сделана на самом деле, Дим. А кто эти бумажки тут накидал? Надо повыбрасывать, пацаны, ну что вы. А это прошлый охранник здесь. Вот засранец вонючий. Дима его звали. Давай, выкидывай все эти говняшки. Бесстыжий, ленивый засранец. Ну? Так, что-то у нас очень тихо все, да, пацаны? А ну идемте прогуляемся. Ты лучше не стой у камеры. Уже, кстати, час ночи, Дим. Идем, идем, прогуляемся. Можно ходить по карте прям самой. Пацаны, все тихо. И очень круто сделано. Фокси стоит. Все стоят. Тут Фокси, кстати, очень круто. Система сделана. Он бежит прям и назад прям возвращается. Не телепортируется. Как в некоторых картах. Ну да. Здесь они вообще ходят. Они здесь не умеют телепортироваться. Ты слышь, какашка, давай ходи. Давай. Пошел! Слышь, ты чё, Серега, ты чё, заклинание знаешь какое-то? Да. У тебя пульт управления от аниматроника. Абосратус. Серега, ты чё, гонишь? Да, я гонщик нелегальный, ты не знал, Дима? Тут триггер стоит, когда аниматроник зайдет в офис, мы проигрываем автоматически и все. И когда тоже кто-то проигрывает, кто создал карту, проигрывает тоже все. То есть мне нельзя проигрывать, слышь, что ли? Слышь ты, Фредди, иди давай в офис к Диме. Так подожди, он сейчас может... Они тут бегать не умеют, только Фокси умеет бегать. Давай в офис иди работать. Фокси побежал! Молодец, молодец, блин, я бы, наверное, тоже бы успел, но, может быть, не... Красава. Обратно бежит, обратно бежит. Извини, знаешь, обстоятельства. Дима, знаешь, он это, как будто, не знаю, настоящий человек взял пивпак аниматрон. Да-да-да, кстати, вообще, да, никак не узнать. А. Смотри, 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 кто пошел. Блин, крутая карта. Серега, тебе нравится? Да. Немножко страшноват. Фредди, Фредди, закрой дверь там. Закрывай. Знаешь, какую карту напоминает? FNAF Coop. Или FNAF VR. Кстати, да, 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 да. 2 часа ночи. Слышь ты, Фредди. Идет? Стоит. Камеру надо на него поставить. А ну иди включай. Идет, идет, идет. Нет, рано, 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 рано. Ты смотри, а где он? Вот тут прям. А, понял, понял, понял. Так, 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 пацаны, хорошо играем. Профессионалы, ребята, сразу видно. Надеюсь, вы поставите лайкосик, подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый день. Всегда стараемся снять что-то очень интересное. Че фоткаешь? Тут надо охранником работать. Я же закрыл дверь. Ого! Блин, я так испугался. Фредди. Да блин, он обманул нас. Серега. За это побить его надо. Ну что, давай, рестарт нам первую ночь. Мы готовы. Отлично. Серега, давай в этот раз пройдем, да? Давай. Согласен. Да блин, давай. На самом деле, когда играет ИИ, то есть искусственный интеллект, такого нету. А когда играет настоящий человек, он как-то так странно работает. Тот пошел, тот встал, тот перебежал. Что такое? Алло, пацаны. Обманщик.
И вроде бы и не жестко, да, играл, а так легенько. Да. И мы проиграли. Но он играл как не первая ночь, а как одна с половиной. Пошел, пошел Фредди срать. Так, 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 Серега, ты тоже идешь? Закрой Фредди. Двери, ой, закрой, давай двери закроем ему, во. Давайте проверим, что будет, выйдет. Чик, а ты не загораживай путь, я боюсь, ее. Опа. Он они, вышел. Они идут, Дима. Так, контролируйте. Фредди идет. Пацаны, давайте он в этот встал. Раз затащим. О, Чика кастрюлями тарахтит. Мне кажется, нафиг. Да, очкую. Отойди, отойди, отойди. А ну, Серега, я хочу пройти эту карту. Выруби. А он что, сквозь двери прошел или открыл ее? А не он открыл ее? Да. Когда в туалете мы его закрыли, как он вообще работал там? Да, через дверь прошел. Сквозь? Да. Не открывая? Да. Ты бред какой-то, как так-то? Так, у нас чё, получается... Одна камера рабочая всего лишь. Ну да, как-то странно. О, ушел. Зато Чика тут стоит, дышит и моргает. Смотри, Дим. Давай-давай. Смотри, эй! Идет. Фух, блин, а ты задрал, пугать нас. Слышь ты, Чика, ну... А ну иди гуляй. Блин, я тоже хочу двери пооткрывать, но пацаны, дайте я пооткрываю двери. Ну следи, получается, за Фокси, чтоб не побежать. Опа, опа. Давай. Так, хорошо. А я успею, он медленный. Так, 2 часа ночи. О, Чика. Чика? О, она прям рядом, видел? Вот-вот она стоит. Фокси бежит! Закрыл, блин, так перегородил кнопку, я чуть не испугался. Я закрыл. Тогда. Чика, уйди! Энергия не бесконечная, женщина. Тогда. Так, давайте ну, посмотрим. Ушел? Да вроде нету. Пойди. Есть? Боня стоит. 2 часа, Дима. Отлично, у нас еще больше половины. 3 палочки из 4, отлично. Че, идет кто-то? Да нет. А что там тарахтит? Кто там тарахтит? Чика! Ты ж, Чика, головой об холодильник бьется. Кто не идет? Тихо, 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 тихо. Серега, скажи, какая дверь закрывать. Блин, так громко стучит. Они там вдвоем. Вы что, меня бросили? Да не, Серега, я контролирую. Че? Боня стоит. Я вот боюсь, опять он не убьет нас сразу. Не, я контролирую. Давайте же закроем, да? Давайте же, да, у нас энергии хватает. 3 часа ночи, больше половины энергии, это уже запас. Закрывай! Фух, это было стрёмно, Серега. Довольно-таки. Так, он ушел вроде бы или нет? А ну посмотри. Ну, Чика пока что стоит. Да, ушел. Ух, Бонни ушел. Ребята, 3 часа ночи, отлично. Так хочу пройти. Ну? Еще 3 часа, Дима, терпи. А, нет, даже 2 часа. Фокси сейчас будет бежать. Фокси бежит. Блин, это так стрёмно. Он такой быстрый. Все, уходи, беги обратно, блин. Поплачься в подушку, ты, блин, одноглазый пират. Фу, блин, Серега, че ты хорькайся? Это же некрасиво. Да, я же любя, Дима, ну ты же знаешь меня. Обхарькать любля, люблю. Стоит, стоит. Это, харкать в харька. Бонька стоит, я скажу, когда будет идти. Так, слышал звук какой-то? Блин, прикольный персонаж такой сделан. Нет, анимация. Нет. Там Фредди. Стой, яичко. Стой, стой, испугался. А блин, а чё он в ту комнату может даже заходить, проверять? Ага, что значит это? Там нельзя ныкаться. Слышь, он в подсобку прям заходил. Идет, идет, идет. Открываем.
за дверью встал или нет? Нет, Дима, да, он за дверью встал. Ух, я боюсь его. Рано еще, рано закрывать. Понял, понял, контролируем все. Я буду смотреть за Чикой, чтобы она не зашла. Давай, я в тебя верю, ты сможешь. Топ. Открывай. Я проверяю. Работает, да, механизм? Открывание дверей. Все. Серега, профессионал, молодец. Я удивляюсь. Часов, Дима, почти еще один час, и все. Да я думаю, мы затащим, это же первая Фокси ночь. Бежит. Слышу. Дверь закрыта, да? Я прям вижу, как он кулаком бьет. Я в ответ тебе постучу. Подлец вонючий. Опа. Опа! Выключи, выключи свет. Ребята, мы смогли. Это было очень просто. Ну, конечно, со второго раза. А что за ночь он подрубил, как вы думаете? Седьмая? Шестую. Третья? А что это такая сложная, ну, легкая? А, сейчас узнаете. Это... А, я понял, я понял. Может, нам закрыть все двери просто и все? Ну, у нас энергия закончится тогда, Дим. Ну, мы дольше проживем. Не. Это просто, думал, будет посложнее. Ну, Чика, Фредди. А, все же иду, да? А, ну не до нас, на кухне. А, странно. Фокси бежит, закрывайте, закрывайте, закрывайте! Я успел, Серега, но это было на соплях, но мы успели. Откройте мне теперь, откройте. А что, ты живой остался? Да. А как так-то? Я встал в мертвую зону. А, там есть мертвые зоны еще. Не. Тихо, тихо, не надо, рано, 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 рано. Да, это, я думал, будет быстрее. Это как-то он долго, да, нас убивает. Дима, это было очень опасно сейчас. Да я знаю, это было на соплях. Но мы затащим. Ну, посмотрите. Бонни стоит. О, Фокси побежал. Фокси бежит. Нормально, уходит. Отлично. И Бонни ушел сразу. О, Фредди пошел. О, Чика. Отлично, ребята. Ну, такая хардкорная ночь. Конечно, это как не третья, а 33-я, но ничего, пойдет. Это 500-я ночь. А, 500, нифига себе. Найт 500. Был бы Голден Фредди, мы бы уже сдулись. По-любому. О, Фредди как раз ушел. Так. Бежит Фокси. Не смог. Мы лучше. Бонни идет, ну пока рано закрывать. Понял, понял, понял. Видишь, не может сразу атаковать, он сначала там постоит. Все. А, и сразу, да? Смотри как. Молодец. Все. Это будет Фокси бежать, смотри. А, чекай. Нифига себе он атакует. Максимально, что можно, все кнопки. Наверное, на хард всех поставил. Нет, не успею. А, ну я думаю, что мы еще так легко выиграем. А вы за про энергию-то забыли. Ну да. Мы вообще-то экономим ее по максимуму. Да, мы максимально экономим. А я максимально у вас с тех откры. Ну это легкий, видишь, режим. То есть сложнее нельзя сделать, как сейчас. Можно, можно. Я не сделал. Ну давай, я же говорю, максимальную сложность там сделай. Уже 2 часа ночи, а мы живые. Бонька идет. Стоит, стоит. Пришел, ушел. Рано, рано. Рано. Ждем. Ё-моё, испугался. А как? А как он нас убил? Я не успел дверь закрыть. Блин, а я же думаю, мы же Серега вроде как хорошо играли. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотри на наши ролики еще. Серега, а где взрыв? Фух, я же запереживал, как это ролик без взрыва. Yeah. It's delicious.